Если приступ зубной боли застал человека во время приема пищи, то лучшим вариантом быстрого лечения в домашних условиях становится обычное полоскание рта. Так, ротовую полость следует аккуратно прополоскать, после чего нежными и плавными движениями обработать зубы щеткой. Если же боль не прошла после того, как все возможные остатки еды были удалены, то стоит воспользоваться и другими методами. Одним из них, например, может стать временное использование льда. Так, к больному месту следует приложить кусочек льда. Однако, этот метод также носит временный характер. Дело в том, что процесс оттаивания в дальнейшем может принести еще более жуткую боль. При этом есть вероятность того, что человек застудит нерв и ситуация резко усугубится. В домашних условиях человек может принять некоторые медикаменты. Например, Нурофен должен помочь при слабой зубной боли. Если же болевые ощущения сильные, то стоит выпить таблетку кетонова. Это лекарство предназначено как раз для таких случаев. Эффективным также может оказаться и применение анальгина. Однако, если боль не проходит даже после использования всех описанных методов, следует непременно обратиться к врачу. К сожалению, это единственный выход из сложившейся ситуации.